продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. Сегодня возобновился и выполнение прямых рейсов авиарейсов Москва-Кызыл. Правительство Тувы сообщает, что авиакомпания Air Aero приступает к выполнению полетов из Москвы в Кызыл по пятницам с 14 декабря из аэропорта Внуково и по понедельникам с 17 декабря из аэропорта Жуковский. Из Кызыла в Москву по субботам с прибытием в аэропорт Жуковский и по вторникам с прибытием в аэропорт Внуково. Все перелеты осуществляются на самолетах Superjet 100 с 1 марта по 1 декабря 2019 года отдельно категории граждан смогут покупать субсидированные авиабилеты на прямой авиарейс до Москвы всего за 6100 рублей. По данным авиакомпании, на 13 декабря из Москвы в Кызыл уже приобретено 24 билета, а из Кызыла 14. Сейчас мы имеем возможность долететь до Москвы за 4,5 часа. Это здорово, это действительно больше экономический оборот, это значит больше грузов, больше деловых людей будет общаться, да и вообще говоря, мы будем гордиться тем, что праздники, например, Новый год, многие семьи примут решение, наверное, сходить кремлевскую елку. Почему бы и нет? Это здорово. А с другой стороны, я бы хотел просто сказать, знаете, о чем? Мы как-то привыкли анклавно жить. Нам кажется, что нас связывает только одна автомобильная дорога с большой страной. И иногда такое ощущение, что мы полагаемся только на свои силы. А когда появляются вот такие артерии жизни, когда появляются вот такие связи с большой страной, мы чувствуем себя, знаете, сопричастными к жизни большой нашей страны. Мы уверены в том, что мы с каждым рейсом, с каждым такой возможностью будем становиться крепче, сильнее, а значит и стабильнее. Поэтому я думаю, что всех нас надо поздравить с этим событием и надеюсь на то, что пассажиры меня поддержат в плане большей активизации деловых поездок, общения со своими детьми, со студентами и так далее. Глава Тувы Шалбан Карол провел встречу с руководителем Федерального агентства по туризму страны Олегом Сафоновым. Как сообщил Шалбан Карол, с ним он обсудил планы дальнейшего развития туризма в Туве. А именно разговор был о том, с чего нужно начинать туристическое освоение самого глубокого и крупного пресного озера Тувинской котловины. К примеру, есть необходимость до Арголика довести электроснабжение. Министерство культуры Тувы прокомментировали встречу главы региона с руководителем Ростуризма. Приоритеты выбраны точные. Тандынский район с его целебными источниками, солеными и пресными озерами, турбазами, таежными массивами, санаториями, детскими лагерями отдыха – одно из наиболее перспективных туристических направлений как внутреннего, так и въездного туризма. Соответственно, формирование указанной инфраструктуры может послужить толчком к развитию сразу нескольких рекреационных объектов в данном районе. В рамках национального проекта поддержки малого и среднего бизнеса Тува в 2019 году получит из федерального бюджета 398 миллионов рублей. Такой лимит был утвержден республике по итогам защиты региональных заявок, которая прошла в формате 8-й Всероссийской конференции поддержки малого и среднего бизнеса с 10 по 12 декабря в Челябинске. Республика впервые сумела отстоять столь значительную сумму федеральных субсидий на предпринимательство. По сравнению с 2017 годом, например, лимит финансирования субъектов малого бизнеса вырос 8 раз. Уже есть информация, куда направятся федеральные средства. В частности, более 227 миллионов рублей предназначено на строительство индустриального парка в Кызыле, с помощью которого власти республики планируют заложить основу производства стройматериалов из местного сырья. Остальные средства, по информации Минэкономики Тувы, пойдут на поддержку фермеров и сельхозкооперации, субсидирование объединенной бизнес-инфраструктуры, капитализацию регионального фонда поддержки предпринимательства. Инициативы, которые Туве удалось защитить в рамках нацпроекта, предполагают и амбициозные задачи. Так, до 2024 года количество субъектов предпринимательства в регионе должно увеличиться до 20 тысяч или почти втрое. Я курсах валют: доллар стоит 66 рублей 22 копейки, евро 75 рублей 68 копеек. Подключите услугу высокоскоростного безлимитного интернета и IPTV и получите приставку и роутер бесплатно. Подробнее об акции на сайте www.tuva.ru и по телефону 370 70.
кто ищет мебель, тот ее находит в магазине «Мебельный рай». Эксклюзивный дизайн, европейское качество, большой выбор современных и классических вариантов, а также готовые интерьерные решения. Все от кухни до гостиной. «Мебельный рай», магистральная 26, торговый центр «Арбан». Телефон и аппарат бесплатно. Общайтесь без ограничений. Подключите телефонную связь и получите аппарат бесплатно. Принять участие в акции могут только действующие и новые абоненты сети интернет от АО «Тыва Связинформ». ТСИ 370703w.tuva.ru. ТНТ «Кызыл» представляет. Считаешь, что у тебя есть сверхспособности? Тогда новый проект ТНТ «Школа экстрасенсов» для тебя. Пройди кастинг, и, возможно, именно ты попадешь в команду Константина Гицати и Свани Даши. Заходи на сайт и заполняй анкету. «Школа экстрасенсов». Скоро на ТНТ. Акция от ТСИ. Заплати вперед и получи Wi-Fi модем бесплатно. Подробнее об акции можно узнать в офисах продаж услуг АО «Тыва Связинформ» или в представительствах компании в Кажунах Республики Тыва. Открытие первого дисконт-центра «Фэмили» в Кызыле. 15 декабря ждем вас за модными покупками. Первым 15 покупателям по ящику мандаринов. «Фэмили» – универмаг Саяны. Не 1000, не 100, не 10, а всего один. Подключи интернет за 1 рубль. Подробности на сайте www.tuva.ru и по телефону 37070. В минувшие дни региональным управлением Роспотребнадзора направлены рекомендательные письма в образовательные и социальные учреждения в адрес руководителя о необходимости проведения профилактических мер в связи с циклическим подъемом заболеваемости по педикулезу в мире. Особое внимание рекомендовано обратить на интернаты, в том числе учреждения, где пребывают маломобильные пожилые люди, медицинские учреждения образования. 2018 года выявлено всего 223 случая педикулеза, да. Из них более 80% являются как раз дети до 17 лет. Для того, чтобы дети не заразились педикулезом, да, нужно соблюдать простые правила. Это мытье тела один раз в неделю со сменой нательного и постельного белья. Также постельное белье надо стирать, содержать чистоту в доме. Не разрешать ни в коем случае ребенку пользоваться чужими расческами, полотенцами, шапками, наушниками, заколками, резинками для волос, да, потому что через вот эти предметы тоже передаются вши. Надо обязательно, в обязательном порядке проводить взаимные осмотры членов семьи после их длительного отсутствия. Исследования показали, что вопреки стереотипам, вши любят чистые волосы, не боятся воды, весьма подвижно. Заразиться педикулезом можно при тесном контакте с другими людьми практически везде. В магазине, поезде, бассейне отмечено, что паразитирующие насекомые могут ожидать нового хозяина и на подушке или подголовнике в транспорте в течение 2-3 дней. Чревато тем, что все равно педикулез будет, как практика показывает. Вот поэтому я призываю не стесняться, а прийти к врачу и получить доступную медицинскую помощь. Для профилактики педикулеза следует соблюдать правила личной гигиены, чаще принимать душ, менять постельное и нательное белье не реже одного раза в неделю, после стирки проглаживать горячим утюгом, расчесывать волосы не реже 2 раз в день, следить за чистотой в жилом помещении. До самого масштабного и грандиозного проекта Тувы в области красоты и культуры осталось совсем немного. Уже завтра на сцене Национального театра Республики 13 пар будут бороться за престижный статус «Мисс» и «Мистер Тувы 2018». Как говорит участница конкурса Минги Сая, в этом году зрителям организатор подготовили незабываемое шоу. Получается, например, конкурс талантов. Каждая пара не будет выходить отдельно. У всех каждый. То есть собрали команды, там 4 команды, 4 вида. Есть пантомима, есть песня, которая тут есть, стихи, театральная часть. Ну вот, то есть вот так разделено все.
Стоит отметить, в членах жюри в этом году будут и приглашенные эксперты. Салунай Тарбагашева, принцесса Алтая 2013, специально приехала впервые в Туву из Горно-Алтайска, чтобы пожурить конкурсантов «Мисс и мистер Тувы 2018». Для меня огромная честь присутствовать на таком масштабном, грандиозном конкурсе, как «Мистер», «Мисс и мистер Тува». В качестве почетного гостя я очень-очень безумно рада. И Тува для меня всегда примером была, всегда восхищалась вашей культурой, культурой Республики Тувы. Конкурсанты готовились целый месяц. Это фотосессии, мастер-классы и выезды. Уже завтра, 15 декабря, в 19 часов на сцене Национального театра Тувы 26 юношей и девушек поборются за звание самой грациозной и красивой пары Тувы. В свою очередь, вместе с титулом каждый победитель получит по 100 тысяч рублей. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России, от Камчатки до Калининграда. Компания «Отличные наличные» – получайте займы на займ-карту в любой момент, просто по звонку. Переплата по займам – такая маленькая, совсем малышка. «Отличные наличные» – ну очень маленькая переплата по займам. По республике облачно, с прояснениями, местами небольшой умеренный снег, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 13. В Кызыле облачно, с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой снег, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, температура воздуха ночью -25, -27, днем от -18 до -20 градусов. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, ну очень маленькая переплата по займам.